22 июня в колледже машиностроения сервиса имени Серго Орджоникидзе города Каспийска выпускники сдавали демонстрационный экзамен, который состоит из двух частей – теория и практика. На протяжении подготовительного процесса ребята готовили проект, по которому и будут демонстрировать свои умения. Оценивали работу приглашенные эксперты и представители заводов, которые нуждаются в новых специалистах. Мы уже не первый год работаем с колледжем. Их выпускники сразу приходят к нам. Проходит определенный процесс обучения уже на самом производстве. Получив разряд, приступает к самостоятельной работе. Демонстрационный экзамен – это форма ГИА по образовательным программам среднего профессионального образования, которая проводится в форме практических заданий в условиях реальных или смоделированных производственных процессов. Иными словами, ребята на специальных оборудованных технических машинах объясняют, как провести ту или иную работу. Он должен изготовить такую вот деталь. То есть у нас станки с числовым программным управлением. Все у нас сначала пишется программа, потому что они не ручные, они программные. Мы пишем программу, то есть компьютер. Вот посмотрите, данный студент. Сначала первый этап он закончил, написал программу, перенес флешку. Сейчас будет налаживать уже детали. То есть здесь мы можем уже компьютер тоже посмотреть. То есть обработку всю. Отметим, что сдают экзамен не только студенты Каспийского колледжа, но и электромеханического колледжа города Кизляра по специальности технология. Ребята разделены на группы, каждый сдает экзамен по своему направлению. На данный момент идет экзамен по фрезерным работам на станках ЧПУ, ХААС. Ребята выполняют свою работу быстро, аккуратно и чисто. Стараются максимально уложиться по времени и сделать все то, что от них требуется. Как отмечает директор колледжа машиностроения сервиса имени Серго Орджоникидзе Людмила Шабанова, на сегодняшний день образовательное учреждение наращивает свои возможности по повышению подготовки кадров для машиностроительной отрасли. Мы в эту работу активно включились по заказу Минпрома Республики Дагестан и Министерства образования, нашего родного министерства. Мы в этом году открываем новые направления, аддитивные технологии, те направления, которые так нужны непосредственно нашим предприятиям. Оператор станков с ЧПУ, технологии машиностроения, токарные и фрезерные работы на станках ЧПУ. И ждем наших абитуриентов, наших выпускников к нам на учебу. Отметим, что для проведения демонстрационного экзамена созданы все условия в соответствии с требованиями в ГОС. Функционирует высокотехнологичное оборудование в соответствии с передовыми производственными стандартами.